На конкурс дети читают стихи. Арина Щекинова, 7 лет. Самуил Маршак, мальчик из села Поповка. Среди сугробов и воронок в селе разрушенном дотла, зажмурившись ребенок, последний гражданин села, испуганный котенок белый, обломок печки и трубы, и это все, что уцелел от прежней жизни и избы. Стоит белоголовый Петя и плачет, как старик без слез. 3 года прожил он на свете, а что узнал и перенес. В нем избу его спалили, угнали маму со двора, и у нас в вырытой могиле лежит убитая сестра. Не упускай, солдат, винтовки, пока не отомстит.